Ну и сейчас важная информация, где же искать подробное описание маршрутов и расписание. Итак, заходим на сайт Яргортранса, находим раздел «Компенсация отменяемых маршрутов». Здесь появляется список старых маршруток, нажимаем на нужную и смотрим, какой автобус предлагается в качестве альтернативы. Также можно самим составить маршрут, выбираем раздел «Как доехать», указываем точку старта и финиша, и всплывает несколько вариантов автобусов. Возможно, потребуется пересадка, а значит, придется платить дважды. Но, как обещал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волконевский, над этим сейчас тоже работают.